Добрый вечер. Мир всем. Мир всем, мир. Приветствую всех. Мир всем. Царю небесный, утешителю души истины, и живи с детства, и вся исполняй сокровища благих, и жизни подателю, иди в силе славны, и очистины от всякие скверны. И спаси, Боже, души наши. Господи, молим Тебя, благослови наше занятие. Не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла божественного Твоего изречения. Сохрани нас в любви друг к другу, в согласии единомыслия. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга Откровений, Иоанна Богослова. 9 глава, 2 стих. Так, ну я первый прочитаю, чтобы было понятно, о чем речь. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны». 2 стих. «Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце, и воздух от дыма из кладезя». Толкование. Она – это звезда, небесная сила, или сам Христос с ключом, отворила кладезь бездны, ибо кончился день благодати. Лето Господне благоприятное. Лука 4:19. И как только отворился кладезь бездны, вышел дым из кладезя, как дым из большой печи. Можно представить себе этот кладезь, преисполненный дымом, который густыми клубами повалил, как только открыто было отверстие. В результате помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. Помрачение солнца и воздуха означает душевное ослепление людей и их удушье. Они не видят истинного света, для них помрачено солнце божественной правды. Они не дышат чистым горным воздухом молитв и Духа Святого, но задыхаются в дыму грязных дел и помышлений. И шествию самих демонов, стих 3, предшествует этот все омрачающий и удушающий дым. Дым – это мрак, предшествующий делам
демонским. Еще не вышли демоны из бездны, не воцарился Антихрист, но клубы адского дыма атеизма, греховных пороков, нравственного опустошения застилают солнце и отравляют воздух. Сквозь это не видны больше истинные ценности, красота неприходящая, ложь и неверие, пьянство и наркомания, разврат, безумная музыка и карикатурные моды. Все это дым, валящий из бездны. И предваряющий демонов. И как в человеке душевное отражается внешне на лицо, так и здесь мрак дыма, заславший и отравивший души, исказил сам облик природы. Над городами ползают мрачные ядовитые облака дыма от заводов. Атмосфера задымлена и отравлена. В людской толпе из каждого почти рта валит табачный дым. Не кладезь ли бездны отверзается, не демоны ли скоро последуют? Вопросы. Откровение 9.3. Из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. Толкование. Из дыма злых дел, греха и безбожия выходят, выползают демоны, подобленные саранче. Все худое есть дым, из которого выходят демоны, эти слуги сатаны. Атеизм отрицает демонов, но он сам и есть дым, из которого они появляются. Здесь Иоанн видит освобождение демонов в кончину века, которое предварялось великим отступлением народов от Бога, Христа, истины, дым. Сейчас демоны связаны Христом узами адского мрака, тогда же еще раз будут выпущены. Дана была ей власть, и адский мрак наложит свои узы на людей. Они не сами захватят власть, но она им будет дана по попущению Божию. Саранче, демонам власть дается та, какую имеют земные скорпионы. А какую власть имеют скорпионы? Жалить и умерщвлять. То есть конец злых дел и неверия, душевная смерть. Сейчас, гордо величаясь своими делами, люди только пыль пускают в глаза. Но пыль этих дел и безбожие пройдет, и останутся одни демоны, пагубные, как саранча и скорпион. Атеизму суждено было потерять свою власть над умами в России к концу 80-х годов. Дым развеялся, и полезла саранча. Свел в 1990-х годах демонизм в виде нетрадиционных целительств, экстрасенсорики, НЛО, сатанизма. Замечание редактора. Вопросы? Так, ну вот у меня вопрос. Игнат Тихонович, слышите? Слушаю. Значит, здесь часто встречается слово «душевное» в положительном смысле. Хотя в другом месте Священное Писание
человек душевный, плотской, а вот в хорошем смысле это духовный. И здесь вот или не доглядели, или как так вот. Мне бы хотелось бы, ну, чтобы было написано духовное, не душевное. По смыслу надо смотреть. А, так. Микрофон. Тут надо смотреть по смыслу. Вот если взять языки переводить, очень удобно переводить с английского языка. Вот говорит англичанин, а я перевожу. А если немец говорит, перевести намного труднее. У них бывают сложные слова, очень часто, два. А смысловой глагол стоит в конце предложения. Я не могу переводить, начать и думать в голове, обдумать, я не знаю, какое там слово будет. Но надо приспособиться, точно так и здесь. Мы говорим душевный человек, задушевный, то есть по душе мне приходится. Русский язык очень богатый, это не Тургенев только знает, но и мы. И поэтому надо смотреть, что там заложено впереди, о чем речь идет. Вот я говорю, знаете, мне нравится вот эта коса. А о чем речь идет? Или коса, которой траву кашу, или где за лих купаются дети, или коса у девушки. Такая мне не нравится. Но так она мне нравится, когда она идет домой, торопится. Вот тут понятно о чем. Здесь, говорит он, в положительном смысле ничего менять не надо. Слово это имеет уже притертое наше значение. Даже слово гордость. Вот мне у нас в коридоре там висит это, в прихожей, письмо у меня от мэра города. И он, говоря, вот вы получили дом, место для встреч и молитву, и поэтому желаю вам гордо нести этот крест. Ну, слово гордо он имеет, как вы не покорялись этим безбожникам. Вот мне сейчас дали ролик, скинули там Осипов, Евангелие от Матфея проходит, он безбожник. Он неверующий, этот Осипов. Я посмотрел, содрогается все вокруг. Как он врет, врет, просто искажает святых отцов. И все, все спасутся, все. И Гитлер, и Муссолини, без покаяния, все спасутся. Он совершенно с ума сошел. Правители награждают его безбожным, безбожники ему там подсовывают. Это ужасно, просто что говорит. Он сколько отравил, он всю страну отравил через попов. Понятно? И поэтому чему он научит? Слово гордо, значит, вот таким не покоряться, вот таким нечестивцем, там сидит бритый, распустил галстук. И люди-то не знают, он мне только Осипов нравится, он тоже там говорит, а что он говорит? Все до одного отца приводит, святых отцов, и все до одного извращает. Он не понимает, и он понимает. У него задача такая, все спасутся, то есть покаяния не надо. Если все спасутся. Он давит и давит на то, что все спасутся. Все. В аду никого не будет. А написано вечные муки, никого не будет в муках. То есть он предвосхитил суд Божий, как антихрист на русской земле. Сегодня он меня просто вышиб из колеи. Я что-то где-то говорил, к нему присматриваться, не надо присматриваться. Его просто убирать надо. И это не затереть, не зря монахи его книги там сжигали и прочее. Так что здесь какой смысл закладывается, надо понимать, душевно это хороший. А когда делает сравнение где-то, ну, иногда говорят, ты душа моя. Да, неправильно, конечно. Но надо понимать смысл. Один, неоднозначный смысл. Я говорю, значение душа, 18 значений в Библии. 18, ни один, ни два. У него, говорит, семья, 5 душ. Но это не отдельные какие-то тени сидят, а с телом вместе. Но предпочтение дается важнейшему. Так и здесь. Все, отошел. Откровение 9.4. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. Толкование. Но Бог им попустил делать, что они и будут делать. Больше же они ничего не могут. Тварь, стенающая из-за наших грехов, Римлянам 8.22, не подвергается одинаковому с грешниками наказанию. И здесь мы видим над ней охраняющую десницу Божию. Демонам не дается власть губить растительный мир,
Чем-то это напоминает одну из новейших выдумок – нейтронную бомбу, которая губит только людей и оставляет невредимой природу. Демоны – духи бесплотные и посылаются здесь для того, чтобы только мучить души людей. И к людям им не ко всем позволено прикасаться, а только к тем, которые не имеют печати Божией на челах своих. Это подобно тому, как Господь не попустил ангелу-губителю в Египте входить и поражать первенцев в домах, где на перекладине и косяках дверей была кровь пасхального агнца. Книга Исход, 12 глава, 23 стих. Так не попускает Господь демонам вредить людям, запечатленным Духом Святым и печатью животворящего креста Господня. Сравни видение 144 тысяч запечатленных, 7-3. Всегубительное действие демонов коснется только принявших на чело свое печать антихристову. Так как поэтому должны мы все возревновать о печати Христовой и молиться в грехах наших вместе с Давидом? «И Духа Твоего Святого не отними от меня». Псалом 50, 13 стих. Великую силу в нашей жизни имеет часто наличие печати высокопоставленного лица. Но превыше небес поставлен престол Божий, и от всякого зла огражден имеющий печать Бога Живого. 7.2. Вопросы. Вот. У меня вопрос. Здесь, значит, толкователь говорит так, что всегубительное действие демонов коснется только принявших на чело свое печать антихристову. А выше мы читаем, когда вот второй стих толковался, вот он говорит, что еще не вышли демоны из бездны, не воцарился антихрист, но клубы адского дыма, атеизма, греховных пороков, нравственного опустошения застилают солнце и отравляют воздух. То есть какое-то немножко недопонимание или даже несоответствие, что впереди говорится, что антихриста еще нет, а вот эти демоны уже вышли. А здесь уже вот эта саранча, она будет умерщвлять только людей, у которых печать антихриста. А те, которые не имели печати антихриста и не имели печати Христовой, или таких нет, либо так, либо так. Будут ли их умерщвлять? Вот явно сказано, у кого нету печати Божией, того саранча не погубит. Значит, остальных всех погубит. И тут толкователь говорит, что погубит только тех, у которых печать антихриста. Ну, тут можно понять, что антихрист уже в мире. То есть, если человек не принимает печати Божией, то есть он уже как бы под печатью антихриста, ну, с маленькой буквы. Так, что ли? Правильно я понимаю, да, антихрист. Есть ли такая категория людей, которые не там, не там? Они печать антихриста еще не приняли. Ну, вот, как в сегодняшнее время. Антихриста же еще нету. А, допустим, саранча уже вот это вот вышло. Ну, плоды атеизма тут нам толкуют. Или вроде о последних временах, и вроде не... Недопонимание. Скажите что-нибудь на этот счет. Гнать Тихонович.
Слово Божие говорит, что в день, в который вкусишь, смертью умрешь. А Адам не умер, еще 950 лет прожил. Но мы понимаем, первая духовная смерть, воскресение от нее – это первое участие в первом воскресении. Тут нельзя разделять. Это надо просто затмение в голове иметь, чтобы придумать два раза воскрешать, когда написано то и другое растет до жатвы. Так и здесь. Он говорит, события, которые сегодня происходят, это все приближает пришествие Антихриста. Так, а где демоны, господствующие в воздухе? А как же сковал, лишил силы? Где дымились алтари демонам, там ныне храмы Господни стоят. И надо понимать, что он не имеет над ними власти. То есть они не пострадают. То есть они, эти люди, без влияния его будут. На них он не повлияет, чтобы принять его и подставить все. Что мы принимаем тебя как Бога. Сейчас боятся, там где-то лазер, что-то на лбу будет. Не так, через отречение. Ему зачем это, что клеймить-то? Что ты отрекся, и ты его. Я верую, клянусь, там, партии, там, как было. Это все прелюдия была. Коммунизм, фашизм, это все ступеньки были. Так они демоны. Демоны зла вырвались на свободу. А тогда атеизм начался. Это эпоха Ренессанса они называют. Но это отчасти. И никакого противоречия здесь нету. Тут будет окончательное помрачение. Сегодня саранча есть, ну как он, какие болезни показывает, радиоактивные осадки, сегодня раком подряд прямо смотришь, рак желудка, рак кишечника, еще что-то. Это все саранча. И поэтому буквально понимать, что от 24 ноября 2017 года обстановка другая, никто и не заметит, как это будет. Этой даты нету. Сектанты говорят, тот период времени там проходили, никаких периодов нету. Мы можем в течение одного дня побывать в двух-трех церквах, которые перечисляют семи церквам. Это семь положений. Выполняют и не выполняют. А кто там такой же есть, значит. Вот Осипов бритый. И к нему лезут бритые. Он бреется, а Осипов на что-то. Вот и соединилось. Соединение-то вот в чем заключается. Он одобряет их. Он пьет, курит, блудит. Но я не погибну. Почему? Профессор Осипов сказал. Тут только одно, называя себя мудрыми, обезумели. Все Писание говорит об этом, что есть мука, кара. Но нет. Доказывать ничего не надо. Считают 25 главу Евангелия от Матфея, и пойдут все в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. В одном стихе говорится. А как будет, мы не знаем. Но даже и говорить сегодня так, как есть. Так и здесь. Саранча есть, да, кусает? А что кусает? Ну тут отравление воздуха, все, что я перечислял, здесь есть. Никакого противоречия нет. Все расширено. Но это все пока еще, так сказать, сглаживающее. Можно лекарства принимать, какие-то химиотерапию там дают. Там ничего этого не будет. А как же язва будет? Внезапно отключится. Все. Они руки там сегодня загорают или что-то. А ты не подставишь, где печать-то у тебя стоит. То есть чип. Сегодня уже понятно, что это такое печать. Вот. И тогда, когда внезапно Господь сделает, что они отключатся, подпитки нету и начнутся язвы. Понимают так. И солнце жгло их. Или оно опалило наоборот. То есть выключились все. Это придет. А как будет? Не надо останавливаться на этом. Не надо гадать. Бог предупредил. Раньше говорили, трудно вообще было понять, а как это всем? Не продать, не купить. А сегодня уже понятно. А тогда люди толковали, они там по-разному. И вообще даже близко нету. Не надо толковать. Услышал, я принял, все. А когда исполнится, а может это не наше поколение будет, но они тогда дальше поведут. Все на этом. Отошел. Ну, Откровение 9.5. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. Толкование. И дано ей дальнейшее ограничение Божие демонов. Они ограничиваются не только тем, что могут истязать только незапечатленных Богом грешников, но ограничена и сама степень мучений и время мучений. Не убивать их, а только мучить 5 месяцев. Человек не может вынести всю неограниченную ярость служителей ада, а потому Бог и не попускает этого.
пятимесячный срок указывает на то, что из-за тяжести этих мучений Бог сокращает эти сроки. Далее сущее. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Матфея, 24 глава, 22 стих. Это горе будет длиться всего 5 месяцев. 5 месяцев из 42, которые будет длиться великая скорбь. 3,5 года равняется 42 месяцам. Имеет это еще и такое значение. Грех входит в наше сердце через 5 внешних чувств. Зрение, слух, вкус, осязание, обоняние. Также и пятерично число времени, которое за эти грехи человеку посылается наказанием. А возможно, что это определенное и известное одному Богу время. Кстати, саранча в действительности живет не более 5 летних месяцев. С апреля по август или с мая по сентябрь. Так что 5 месяцев – это время, данное саранче демонам на наказание и устрашение грешников. Точно это время знает только Бог. Указывается страшная мучительность страданий. Чем же они жалят человека? Грехом, ибо жало же смерти грех. 1 Коринфянам 15:56. Это то жало, которое вонзает человека, приносит ему нестерпимые страдания. Конец обычным страданиям, и через то как бы облегчение приносит смерть. Но здесь не будет смерти. Даже смерть не прекратит этих мучений, ибо ее не будет. Когда царь Давид согрешил, ему было предложено выбрать одно из 3 наказаний, то он сказал пророку Гаду: «Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». Вторая книга Царств, 24 глава, 14 стих. «Если столь страшно впасть не в немилосердные руки человеческие, то каково впасть в руки демона?» Вопросы. Продолжаем. Книга Откровений, 9 глава, 6 стих. «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них». Толкование. Это указывает на ужас страданий, которым подвергнутся люди в то время. Столь велики будут мучения, что и сама смерть покажется желанной. И не только будут желать смерти как средство для избавления от страданий, но будут усердно ее искать, приложат к тому усилия, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Тогда начнут говорить горам: «Падите на нас», и холмам: «Покройте нас». Евангелие от Луки 23:30. Как скоро настигает смерть боящегося и избегающего ее, так убежит она от ищущих ее. Господь не попустит тем грешникам через смерть избежать заслуженных ими мучений.
Они будут в отчаянии рвать волосы и скрежетать зубами, но не найдут смерти. И многие восплачут, как Иов. На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою, которые ждут смерти, и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб. На что дан свет человеку, которого путь закрыт, и которого Бог окружил мраком. Книга Иова, 3 глава, 23 стихи. Это особенно показывает, что и жизнь, и смерть наши все в руках Божьих, и мы ничего не можем сделать, что не определено им. Кажется, что проще, как лишить себя самого жизни. Но и этого не может сделать человек, доколе того не допустит Бог. Сохрани же, Боже, каждого из нас от жизни, которая хуже смерти. Мы видели, что бедствия первых четырех трубных гласов могут быть рассматриваемы как вечные мучения в гиене. Так и здесь перед нами раскрывается картина этого страшного состояния. В таком случае звезда, падшая с неба на землю, это ангел Божий, посланный для наказания. Или же это Христос, который будет судить мир в кончину века и может и душу, и тело погубить в гиене. Матфея 10:28. Кладезь бездны можно рассматривать как саму гиену, в которую вернуто будет всякое нечестие. И помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. То есть в гиене для мучимых скрыты будут солнце и воздух, как физически, так и духовно. И тела, и души будут охвачены вечным мраком и удушьем. Саранча – это те гиенские черви, о которых еще Исаия говорил, ибо червь их не умрет. Пророк Исаия 66:24. То, что эта саранча не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, говорит о том, что сама природа в гиенну ввержена не будет. Небо и земля не найдут себе места у белого престола Божия. 20 глава 11 стих. Они убегут от него, ибо испорчены грехом. Однако в гиену они ввержены не будут, но изменятся, и будут новое небо и новая земля. Поэтому и сказано, что тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, свободу славы детей Божиих. Послание к римлянам, 8 глава, 19 и 21 стихи. И силы гиенны не могут причинить вреда творению Божию. Не могут они причинить никакого вреда и имеющим печать Божию, ибо Богом запечатленные не увидят гиенны, не потерпят вреда от второй смерти. 2 глава 11. Эта страшная участь ожидает только тех, которые не имеют печати Божией на челах своих, которые не приняли Духа Святого, не склонились перед крестом и ушли из этого мира
не раскаянными. В гиенской саранче дано не убивать их, а только мучить. Это все говорит о том, что муки гиены будут бесконечны. Саранче, червям и огню не дано будет убивать их, а только мучить. Воплями и скрежетом зубов они будут в гиене искать смерти, но ее не будет. Они пожелают смерти как прекращение своих мучений, но смерть убежит от них. Тогда истребится смерть. 1 Коринфянам, 15 глава, 26 стих. И останется один ужас безысходных, непрекращающихся мучений, вечное поругание и посрамление. Книга пророка Даниила, 12 глава, 2 стих. То, что саранче дано мучить 5 месяцев, Андрей Кисарийский разумеет так. Не имеющие печати, жестоко мучимы будут только некоторое время, потом же легче, но вечно. Вопросы? Ну что ж, совершенно не сходится с тем, чему учит вот профессор Осипов. Бритый галстук. Он бы что сказал? Ну вот написано же всего 5 месяцев. Ну что же, черным по белому, что они кончатся. Он так может толковать. А Кисарийский по-другому толкует. 5 месяцев будут страшные мучения. Потом чуть полегче, но уже вечно. А какое учительное учение спасительнее? Ну, конечно же, второе Кисарийского. Человек вздрогнет, остановится, задумается, испугается. А иных страхом спасает. Страхом. А Осипов, он... развеивает этот спасительный страх. Да, они кончат. Так, вопросы по этому. Вроде все понятно. Идем дальше. Книга Откровений, 9 глава, 7 стих. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну. На головах у ней как бы венцы, похожие на золотые. Лица же ее, как лица человеческие. Толкование. Здесь апостол Иоанн описывает внешний вид виденной им саранчи, демона, и ее образ действия. По своему внешнему виду саранча вовсе не похожа на обыкновенную, поэтому и понимать ее надо образно. И каждый штрих ее внешности имеет свое значение. Кони в Писании являются символом воинственности. Как и Соломон говорит, коня приготовляют на день битвы. Притча Соломона, 21 глава, 31 стих. Люди стремятся к миру, ждут его, борются за него, но преисполнены. Подние демоны исходят и нарушают его, разжигают войны. Далее цитата пророка Иеремия, 8 глава, 16 стих. «Ждем мира, а ничего доброго нет. Времени исцеления, и вот ужасы». Богдана слышен храп коней его,
От громкого ржания жрецов удрожит вся земля, и придут, и истребят землю, и все, что на ней. Далее продолжается толкование. От колена Данова придет Антихрист, а храп коней уже слышен. Ржут жеребцы, готовятся пути, по которым помчатся истребительные кони преисподней. Уже дрожит земля, готовится к преисподным судорогам. Слышен храп коней. Но спят многие христиане в безумных наслаждениях нежится мир. Восстань, о спящий, приготовься к брани, ибо день Господень близок. Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень. Пророк Иоиль, 2 глава, 1 стих. Демоны уже стоят, подобно коням, приготовленным на войну. Пророк Иоиль, 3 глава, 9 стих. Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ратоборцы. В описании вида саранчи святой Иоанн везде употребляет частичку «как бы». На земле нет ничего более мерзкого, чем демоны, и в описании их он пытается найти какие-то земные сравнения. Далее Иоанн описывает эту саранчу. И на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые. То, что видит Иоанн, нельзя назвать венцом. Венцом увенчан Христос и увенчивает своих последователей. 2 глава, 10 стих. Как мы и действительно видим, 24 старца увенчаны золотыми венцами. 4 глава, 4 стих. Здесь же только подражание. Не венцы, а как бы венцы, и не золотые, но похожие на золотые. Так у сатаны все только подражательно. Он не может предложить что-то истинное и существенное. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 14-15 стихи. И вот мы видим, как все у служителей греха имеет только вид ценности красоты истины, так и награда их имеет только вид, как бы венца. И венцы эти только похожие на золотые. Так прельщает сатана. Весь мир теперь сплошная иллюзия и обман. Люди гонятся за властью, богатством, знанием, чинами, забывая простую народную мудрость, что не все золото, что блестит. Да и среди верующих сколько лжеименного знания, и среди еретиков и прочее, но все это имеет только вид мудрости и в самовольном служении. Нет истинного апостольского рукоположения послушания церкви. Колоссянам, 2 глава, 23 стих.
Так верующие и неверующие строят воздушные замки, гонятся за миражами, прощаясь ими, служат им всю жизнь. Но если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. 2 Тимофею, 2 глава, 5 стих. И вот после иллюзорной жизни иллюзорная награда. Да и что могут, да и на что могут надеяться служители того, кто и сам имеет только иллюзорные венцы? Эти недействительные венцы указывают и на то, что победы демонов являются кажущимися мнимыми, временными. В буквальном смысле некоторые толкователи видят в этих подобиях венцам те ярко-желтые золотые четыре щупальца рожка, которыми снабжена голова обыкновенной саранчи. Человекообразным было, пожалуй, лишь лицо у саранчи, в остальном голова могла оставаться и саранчеобразной щупальцами. То, что лица саранчи подобны человеческим, говорит о разумности этих существ. Таковыми и действительно являются демоны. Человекообразность их лиц говорит опять об их обольстительности. Истинного человеческого лица, каковое имел Иисус Христос, Сын Божий, они не имеют, но они приходят обольщать. Вопросы? Идем дальше. Книга Откровений, 9 глава, 8 стих. И волосы у ней, как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов. Толкование. Этим указывается на бесовское сладострастие и возбуждение к блудодеянию и любодеянию. Так что если человек ощущает в себе подобное, то это есть в нем результат демонических сил. А зубы у ней были как у львов. Это указание на их свирепость и убийственную силу. Этим указывается, что они есть слуги того, кто ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Первое послание Петра, 5 глава, 8 стих. Можно здесь увидеть и указание на то, что внешне саранча имеет как бы женственный мягкий характер, волосы, как у женщины, но на самом деле она жестока и кровожадна, зубы, как у льва. Вопросы. Книга Откровений, 9 глава, 9 стих. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев его, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. Толкование. И здесь не железные, а как бы бронежелезные, только подражание истинному. Означает же это демонское жестокосердие саранчи, ее готовность к брани и неприступность. Подобно множеству фараоновых колесниц,
гнавшимися за израильтянами, бездна выпускает на святых этих демонические колесницы. Далее пророк Иаиль, 2 глава, 5 стих. Качут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени. И такова даже еще не сама саранча, а только шум от крыльев ее. Слышится уже стук колесниц ада. С шумом рассекают воздух ангелы бездны. Бодрствуйте, христиане, мужайтесь. Вопросы? Тут я читал сейчас. На ней были брони. Вчера по телевизору увидел. Россия выпускает бронированные трактора. И первая мысль сразу, зачем трактору броня-то? Потом объясняют, что где-то в завалах, в пожарах, чтобы там и щель уже поуже у тракториста, и стекла бронированные, пули непробиваемые. У меня первая мысль, из тракторов танки делают, к войне готовят. И действительно, это он дешевле в 5 раз танка получается, и на основе обыкновенного трактора делают. Ну и объясняют то, что ну, в завалах работают, в завалах. И кто первые закупили? Военное министерство этого вот, военизированного. 5 тракторов этих купили у них. Какой-то завод делает. Вот бронированные пошли уже тракторы в дело. Потеряевки был трактор. Они на гусеницах, ну, бульдозеры. Не трактора, а бульдозеры. Бронированные. Потеряевки был бульдозер. Так он там старше меня, наверное, еле-еле. А тут его в броню, видать, одели, там гусеницы поменяли. И вот он как новенький уже и продают его. Ну, так. Идем дальше. Книга Откровений, 9 глава, 10 стих. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Толкованием. Весь 10 стих есть просто дополнение 5 стиха. Жало это есть грех, 1 Коринфянам 15:56, а сделанный грех рождает смерть, Иакова 1:15. Находятся эти убийственные жала на хвостах саранчи, подобные скорпионам. Этим подчеркивается омерзительность этих существ. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Смотри, 9 глава, 5 стих. Вопросы. Идем дальше. Откровение 9:11. Царем над собою она имела ангела бездны. Имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполлион. Толкование. Этим завершается картина о саранче. Вслед за полчищами демонов выступает их предводитель Вельзевул, князь бесовский. Евангелие от Луки 11:15. Сатана. То, что сатана действительно был, как и прочие демоны, заключен в бездну, мы видим в
20 главе 3 стихе, где описано, что Христос низверг его в бездну и заключил его и положил над ним печать. Кончину же века сатана со всеми своими полчищами демонов будет выпущен из бездны. Дьявол этот, ангел бездны, царь саранчи, найдет себе тогда в лице Антихриста достойного выразителя своей злобы и сделает его сыном погибели. 2 Фессалоникийцам 2:3. И даст ему силу свою. 13 глава 2 стих. И великую власть. Здесь мы видим также, что и среди демонов есть различные чины. Демоны – падшие ангелы. И из какого лика отпали от Бога, в таком лике пребывает и в преисподней. Так и апостол перечисляет среди них начальство, власти, мироправителей, Ефесянам 6:12. Здесь же мы видим ангела бездны, царя, князя бесовского. Это падший херувим, Езекииль 2:16, и царь преисподней. Имя этому ангелу по-еврейски Аввадон. Еврейское слово Аввадон непосредственно означает гибель. Со временем оно сделалось названием места гибели и истребления царства смерти. Книга Иова, 26 глава 6 стих, 28 глава 22 стих, и книга Притчей, 15 глава 11 стих, 27 20 стих. Так как дьявол имеет державу смерти, Евреям 2:14, является виновником смерти, человеку-убийца от начала, Евангелие от Иоанна 8:44, то он, являясь олицетворением гибели и смерти, потому и назван здесь Аввадон, то есть губитель. И справедливо, ибо он губит всех покоряющихся ему. То же самое означает и его греческое имя Аполлион, губитель. Вопрос. Час прошел, можно задать вопросы не по писанию. Пожалуйста, задавайте. Евгений Трапков, пожалуйста. Я хотел вопрос, когда Епифана еще задать. Вот пост рождественности надвигается, вот еще не приходит. Как вот поститься, что есть можно, что нельзя. Вот. Как он вечерний. Все это рядом переводить будешь. То есть пост надвигается, что есть можно, что нельзя. Евгений, у нас есть сайт, называется православный библейский сайт. Вы про него знаете? Да. Зарядите, он называется «Во свете Библии». И там на первой странице книга «К истинному православию». И как в нее ткнешь только, она откроет сразу оглавление. А оглавление там увидишь о посте. Там все сказано. Все по дням. То есть я работал с древним уставом, по которому жила вся Россия. Сегодня по-разному в календарях печатают. А почему? Я до конца не знаю, но думаю, что послабление вот это они придумали, экономия. Ничего, не покаялся, все равно спасется. Вечной муки нету. Это Осип вообще на сегодня вот это свирепствует буквально в православии. Нет, не так. Святые отцы установили, если кто пост нарушает, отлучается на 2 года от церкви. А с кем? Ну, представьте, вот сейчас, ну, вышел бы Осипов, а говорит, вышел навстречу Иоанн Златоуст. И он ему противоречит, он побоится. А так, 1500 епископов было на соборах, даже чуть больше. И он свободно их толкует по-своему, что можно, что нельзя, в какое время. Это дается везде минимум.
ниже которого нельзя опускаться. Это не максимум. Максимум это было у святого Паисия. Он 70 дней ночей не пил и не ел. 70, не 40, а 70. А по 40 такие в житиях святых встречаются неоднократно. Там показано, что именно. Это меню меняется. Но в этом ты можешь сам себя уже... Сегодня я не буду есть. А если ты желаешь больше дня, желательно посоветоваться со священником, чтобы было по благословению. Не прикасаться, отодвинуться. Она не любит это. Вот так. Но у меня еще вопрос к посту. Как объяснить протестантам, они нападают на православный пост, они говорят, у вас это диета, говорят. Вы покажите, что вы поститесь, не ешьте ничего, и тогда мы поверим вам. А то, говорят, вы диету занимаетесь, они смеются как бы с этого, они, у них нет серьезности. Как вот объяснить это? Потому что у них действительно, если пост, они ничего не едят. А вот получается, говорят, вы что диеты занимаетесь? Вы покажите, что вы ничего не едите, покажите вас. Как это объяснить? Ну, в общем-то, они говорят правильно здесь. Но дальше мы их спросим, как они понимают. Скажите, в раю все разрешалось есть или нет? Конечно, нет. Мясного не было. Вот это уже в раю это было. И дерево, не прикасайся, познание добра и зла. И это же было с отроками, когда они были пленены, Сидрах, Месах и Авденаго. И Даниил четверо. Они с царского стола не ели, а ели только овощи. И какие они? Выглядели лучше, чем те. Вот сегодня сейчас пришла газета. Причины, по которым нельзя есть мясо. То есть, или сократить надо до конца. Что вот эти, от него там бляшки, там непроходимость в сосудах. Это инсульт и инфаркт. Это мясное. А мясное после потопа только стали есть люди-то. Но если разницы нет, скажем так, да что дешевле-то, с мясом или с картошкой? Ну тут понятно. Так а зачем тебе это нужно тогда? Тем более, если продают мясо на базаре, ты не знаешь, она зарезана или сдохла. Не знаешь, колбасу делают, когда там и собак натолкают, что угодно туда. Люди все равно покупают. Я считал, в Италии они 4 тонны мраморной крошки туда. И тон 5, наверное, туалетной бумаги загнали. И сдробили туда, с мяса намешали сухарями. А люди все съедят. Вот мусульмане насчет этого очень осторожны. У меня сестра жила во Фрунзе, и когда колет, то голову не отрезать у курицы. Видно, что ну там по сосудам можно убрать. И она, когда приготовит, у нее всегда прямо с руками отрывали. А другая соседка не знает, как топором порубила, принесла, у нее никто не берет. Кошерная пища называется. А вы знаете, кошерная пища, вот у евреев там кровь там младенцев, массу добавляет и... То есть даже бредом нельзя назвать-то. Сумасшествие. Какая кровь? Каких младенцев, когда кровь животного не ест? Еврей-то разве будет это делать-то? Они заклинательные молитвы против нас. Ну, даже дурь не подходит сюда. А они в едут, когда в вагонах сейчас прямо кошерная пища. Кто будет брать? В самолетах летят кошерная пища. А вы какую бы взял? Конечно, кошерную. Перекрестила и все. Там вымерено все, там крови нету, свинины нету. Вот просто злоба, как Исидор Пелосиот сказал, говорит, предвзятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. Как глухонемые говорят, вот, крыша поехала. Теперь относительно пищи. Нам говорят сейчас, а вот то такое воздержание. А вы знаете, что в этом воздержании какая польза? А ты попробуй, скажи. Павел говорит, почему-то не буду есть мясо вовек. Не мясо вредно, а если это на соблазн. А они не о посте заботятся, о чревоугодии, там, баптисты. Вот у нас в деревне они там есть. Не в нашей деревне, там, где наши жили родители-то. Ну, а корова есть, сливки. Ну, и баптистка, ей там уже лет под 70. Моя сестра Валентина ей дает и говорит, баба Марфа, вот Пасха будет, я вам заранее даю, а то у меня там кринок не хватает. Сливки, сливочное масло, у нас все свое. Ты только не ешь сейчас. Страстная неделя, у нас люди вообще ничего не едят. Страстная неделя. Они баптисты-то не знают. У нас страстная неделя. Понедельник, вторник, ни ямы, ни пиемы. Ни ямы, ни, то есть ничего. В среду единожды сухоедение. В четверг не едят, в пятницу один раз сухоедение. Ну а в субботу, это единственная суббота в году, которая постная. Не пьют и не едят, да...
до звезды. А нет, про это баптисты ничего не знают. И вот она ей дала и говорит, баба, ты не ешь только это. Да я что, Валя, не знаю, разве нет? Потом подходит Валя, прости, я не выдержала, съела все. Слопала. А почему? А невоздержание. И причина только одна, невоздержание. Павел говорит, если соблазняет брата пищи, не буду есть мясо. Я говорю, вы живете в православном селении, баптисты. Вы знаете, что православный дед? Ну да. А вы знаете, что это соблазняет? Ну и что? Пища всякая разрешена. Соблазняет, пост. Павел воздержится, и вы не воздержите. Соблазняет, не буду есть, чтобы брат не соблазнялся, за которого Христос умер. Я еще ни разу не встретил баптистов, которые бы сказали, все, я живу среди православных. Я попал к адвентистам седьмого дня. Не едят свинину. Я решил, мясо в рот не беру. И почти полвека назад сказал, и в рот не взял. Почему? Да указание прямое. То есть они лукавят. А вот нам когда не пьем, не едим. Я среди них жил, проповедовал в разных молитвенных домах. Поста держат пост, только какие-нибудь там уж особенно. Не держат поста, нету. Вообще нету. Только один разговор это есть. А ты скажи, попробуй вот так. Один раз в день. Через 3 дня. Я прямо называю. И все это в нашей книге, там все указано. Притом это для всех. А я вот не могу. Вот я если не пью, у меня судорогой все это стягивает. У меня в морозилке из меня выжили все эти соки-то. Ну, и поэтому я хоть немного должен выпить. Иначе у меня и ноги, и судорога все стягивает мышцы. Так что... И внешне они говорят правильно, а по делу ничего нету, лицемерство одно. Вот ответ. Ну, получается, пост это рождественский пост на евангельского строения? Вот вы говорили, что там какой-то один пост, не евангельского. Евангелия нету, про посты, про наши. Святые отцы установили, я православный, и вопросы сняты. Я знаю, что вот особенно мне неудобный пост Петров. Он весной, как раз дети приезжают, у меня все есть, и сливки, и творог. Я ничего не могу дать, пост. И даже дни, среда, пятница, не разрешается растительное масло. И у меня лагерь был 45 лет, мы ни разу не нарушили. Я православный, и все снято, без дураков. И мне это никак не повредило. Никак. Почему? Я еще раз говорю, я православный. Мусульманке говорит, ты мусульманка, надень хиджаб. Да сейчас жарко. Ты мусульманка. И надень хиджаб. И они шейхи все одной долбят и наконец покрыли. У верующих-то ничего нету. Вот сейчас материал один есть про католиков. Если кто пожелает, я скину. Написал его Андрей Ткачев. Такой священник тут есть, боевой. Ну, хорошая статья. Я вчера ее себе умно так увеличил, букву подправил, где ошибки есть. Что дальше будет? Кто мы против мусульман-то? У меня целый том этому посвящен. Никто. И поэтому тут будут они. Об этом отец Дмитрий Смирнов говорит. Надо доброе брать, что где говорят. Воздержания нету. Даже поста бы не было. Ты все равно бы должен поститься. Тебе разве душа не подсказывает, что грех восстает на душу, плоть? А ты примари ее, и дурь-то вся выйдет. Я говорю, ты не понимаешь, как поститься? Открой Николая Семеновича Лескова книгу и прочитай «Невинный Пруденций». Когда она ему, влюбленного в него, она поставила условие. Ты горшок с кашей возьмешь или меня невесту? А 3 дня его морила. И он и забыл про нее, в горшок залез, а она в это время уехала. Вот образец. Так. Я вам постараюсь скинуть тогда, если вы не знаете, где найти. Там все по дням. Ну, получается, евангельского строения, это только пасхальных. Вот все другие пасхальные не евангельского строения. Все не евангельского, да? Строения, не Евангелие. В Евангелии многого нет. Господь разве сказал, что Дух Святой придет, что апостолы Евангелие запишут, а после этого уже Дух Святой не будет работать. С чего это взяли-то? Не евангельское, это означает, Евангелия нету. Апостол был уже в первые века. Уже соборы о них говорят. Говорят, и уже каноны, прещения, кто нарушает, что есть. А то разницы нет. Большая разница. Ты даже вот сегодня у нас пятница, вот сейчас, и без растительного масла, и уже заметно. А мы мясо не едим, а рыба-то у нас есть, а и рыбы нету. Нет, ты не обманывай сам себя. Если ты православный, все, мне пост неудобен. Но я детям говорю, мы православные, вопрос снятый. Мы заменяем его чем-то там, халвы, там что-то еще сделаем.
И при том православный пост, он для чего? Апостолы, когда пошли на проповедь, они, говорят, были в посте, попостились, на них возложили руки. Но у нас этого нету, на благовестие-то не идут. И даже в этом вопросе мы виноваты. Мне иногда приходят и говорят, вот у нас так принято, у баптистов так. Как им доказать? Я говорю, доказывать не надо. Мы должны сказать, что мы не правы. Есть такие вопросы. Но они не каются, они беспокаянные. Без подков все. Ты спрячь, чтобы ни одной волосинки не было. Не получится. Вот сейчас, может, видели, где тут один поет такой, Симон. Симон. Как-то его фамилия-то, это Харольский или как-то. Поет, ходит по горам везде, поет такой с бородой. Вы его зарядите просто. Симон Харольский, Симон. Он один ходит, поет с кем-то. И там миллионы его посещают. И после каждой песни просит денег, дайте денег. Ну, составлено хорошо, там аппаратура такая. Я ему легко докажу, но его на связь не выходит. Что пение всегда вторичное. Христос не сказал, идите пойте, и люди обратятся. Нет, идите проповедуйте. Пение совершается там, на задворках. Обычно там клирос где-то высоко, и даже на клиросе и то там спрятанное. Певцы для украшения. И мы не видим нигде, чтобы апостол Павел пел. Или апостолы кто-то пели. Или играли на балалайке где-то. Ничего этого нету. Они шли и проповедовали. А сегодня песни. Баптисты едут, хор целый. Приезжают и поют. А у нас миссия такая. Да миссия не бывает 20 человек. Миссия только 2 человека. Третий только водитель может быть. Миссионерских отделов быть не может нигде. Это обман вражий. И вот мы должны им сказать, да, у нас посты. Мы православные соблюдаем. Они нам не во вред, а для здоровья. А который чрево-то распустил свое, вот так вот разбарабанило его и такую мамону наел. Дети тоже, даже маленькие были, как Сергий Радонежский. Грудь матери не сосал по средам пятницам. А это что такое? И притом ни в одном житии это написано. Он постился, ребенок. Грудной ребенок, среда пятница, грудь не берет. Мать пытается дать, бесполезно. И она поняла, это избранник Божий. А у нас он сворует, стащит. Вот я говорю вам про эту бабу Марфу. Она слопала, все равно съела. Съела. Я не могла воздержаться. 70 лет бабка. Обещание дала, не будет есть. А никак. Это только разговор один. Вот, ну, сегодня антихриста нет. Ну, это и на надо-то, конечно, не пищать. Но придет антихрист, мы ему тогда покажем. Уже ничего не надо, уже все разложилось. То, что сейчас идет ИНН, это все ступеньки к антихристу. Я не против ИНН. Я ничего не говорю, но только ты знай для себя. И надо, не надо тебе присвоить его, тебе, что с тобой легче оперировать было. Но это никакого значения не имеет сегодня. Ты как верил, так и веришь. Ты даже знать не знаешь. У нас, говорят, община зарегистрирована, а у вас ИНН, не знаю. А теперь пошел, узнал, да, они дали ИНН. Почему? Им удобнее запустить и как искать-то, не по фамилии же. А там 20-значная цифра, ее за миллион лет никогда не достигнуть. Вот так. Когда в материалах в посте прочитаете, тогда у вас вопросов не будет. Там все сказано, для чего этот пост, с какого времени, как. Ну, а ныне евангельское устроение в Евангелии нет. В Евангелии многого нету. Нет такое, чтобы сидели на скамейках в Новой Заветной Церкви-то и пели составленные самими там стихи какие-то, и говорят, это псалмы. Они даже различия не делают. Написано, и чтобы, говорит, псалмами и песнопениями духовными, и песнопение. Песнопение это другое, псалмы 150, другого нет. А они как? Баптисты спрашивают, кто я? Евангелисты. То есть они все евангелисты. Евангелистов только 4, других нету. Она, ой, а что, да это нам дом молитвы здесь. Да нет домов молитвы-то. Дом молитвы только у православных, а у них молитвенные дома. А какая разница? Дом молитвы, там жертвенник. Там литургия идет. Там бескровная жертва. А у них-то ничего нету. Просто собрались и все. Вот сейчас какие-то сектанты есть. Я спрашиваю, кто? Ну, а мы ни с кем. Сейчас таких много, а он ни с кем. То есть он никому не подчиняется. А как называется? Ну, мы назвали тогда следованием за Христом. Следовать за Христом. Здорово. А другое как? Рядом такие же. Все так же. Но они и другое название. Как твердое основание. Вот сколько слов есть на любое слово. Вот рядом у нас район и выпускает газету «Новая жизнь» и секта «Новая жизнь».
Какая новая? Какой ты был бритый, такой остался. Какой ты не постился толстомордый, такой остался. Ты сбрось с себя эти килограммы, ты-то увидишь, куда поплывешь. Ну, надо просто серьезно отнестись к спасению. Почему? Многие бегут на ристалище, но один получает награду. Итак, бегите, чтобы получить. А это я уверовал, я спасен. А живет по-мирски совершенно. Даже надеть платочек, и то они не могут. К нам приехали баптисты, мы говорим, платки-то наденьте. Нет. А они не замужем. Да где вы видели, замужем, не замужем? Женщина, жена, женщина. Женский пол. Ну, у нас, посмотри, как одета. Она грудной ребенок, у нее два платка надеты. Приучи сейчас, иначе поздно будет. Мы православные. Вот она ко мне зашла вчера, ну, письмо оставила, Самира Тагеева, мусульманка, жена Мулы. Отец Игнатий, учитель мой, мы у ней были. Я благодарю вас за вашу прекрасную общину. То есть она все знает, считает, там такое большое образование у них. Это. И она расположена, нам они не враги. А что она обратилась? Послушай отца Дмитрия этого Смирнова. У нее Библия на столе лежит, она все считает. Мы побыли у нее, вот я беседую, гляжу, а ее нигде нету. Я пошел в кухню, так гляжу, она уже там на коленях стоит. Она намаз совершает. И поэтому ей не хватает Христа, а его насильно не покажешь. Она признает Иса, но не признает его за Бога, за Искупителя. А если совсем не признает, тогда горе, надо молиться. Дальше. Давай, там что-то Людмила поднимает руку. Нет, или так просто? Ну вот еще, когда если никто не задает вопрос. Вы мне скинули материалы по лидерские способности. Я ваш материал прочитал, и вы там пишете, что вам это дано было... Как бы, ну, как с рождения, от начала вам дано было молоко матери, что вы эти таланты, которые у вас есть, вы как бы их не развивали. У меня, как бы, тогда у меня возник вопрос, а можно ли эти таланты, если как бы ты их не имеешь, вот, они тебе нужны, а их нет, можно ли это развить, или это как бы дает, как бы, их можно ли развить, или это только Господь Бог может дать? Я отвечаю, Евгений, я не об этом сказал, я сказал страх Божий и стремление к молитве. Я не о талантах сказал, но я знал, что вот нельзя это, страх Божий, которого у Осипа 80 лет нету. У меня у ребенка это уже было. Это избрание в этом. А таланты, я их и не знал какие. Оно внезапно проявляется. Вот в школе, сегодня тут интервью, тут мое поставлено, в школе не было иностранного языка. Я не знал. И вообще не знал. В техникум учился, и кто-то оттуда говорит, я сказал первый, говорю, почему от Льва Толстого считаю «Война и мир», там целые страницы по-французски, а у нас никто ничего не знает, никакого языка. Ну ты и выучи. А я не люблю, когда вот так говорят. Если сказал, я считаю, я обязан. Я в этот же вечер уже достал учебники, начал учить. И через 6 месяцев уже, я уже с немцами разговаривал, уже мог говорить с ними на любую тему. Я и не знал, что во мне это есть талант. Его надо развивать, его надо нащупать. Вот у меня в лагере дети, и... Ну, дали задание, он работает. Все, а один траву там рвать вокруг, чтобы не прокисало. А он что-то делает. Дети подошли, говорят, а вот он, Гаврюшка, ты не работает. Подождите, я подошел потихоньку, смотрю сзади, он жучка смотрит там, и как он борется с муравьями. А муравьи его опрокинули, потащили. А у него, может, талант такой есть. Ребята, не надо пока, пускай он. То есть в ребенке надо заметить тягу к чему-то, которая ничего не нарушает. Ну, надо просто быть внимательным. У меня талант был один, познать, что у меня ничего нету. Мне Бог дал это знание, что у меня ничего нету. Я с этим жизнь прожил. Я у Бога буквально выпрашиваю и слушаю. А когда спрашивают, как вы это знали? Ну, как? Бог положил на сердце, воевать нельзя. Так это против православия. Нет, это не против православия. Православные в житиях много написали Иерон, его в армию призвали, а он одежду сбросил там военную. Я за Христа умираю, его казнили. Почему не говорите? Андрей Стратилат, 296, уверовала, и они воины такие были. И они руки не подняли на врагов, их за то, что уверовали, порубили. Нигде в церкви-то не говорят про этих. А Александр Невский, а что он Александр Невский? Я его в глаза не видел и знать не знаю. Я знаю, что он вояка. И не надо врать, он с детства возлюбил.
Он возлюбил скакать на коне, махать мечом, любил свою родину. Но он умер, как Алексей. Вот этого Алексея я знаю. Схему принял. Вот этого знаю. То князь Владимир, да это пьяница, блудник. У Соломона было 1000 женщин, а у этого 2000. Да еще у брата Ярополка отнял, и его убил. Я его знать не знаю. Я знаю Василия. Он крещеный Василий. Вот этого я знаю. А все Владимир... В честь язычника называют-то. Язычника. Вот начинает это... Бориса и Глеба. Нету Бориса и Глеба. А Роман и Давид, они приняли крещение. А Борис и Глеб — это язычники. Мы же считаем послание не Савла, а Павла. У нас везде вот это вот какое-то бездумие. И надо перешагнуть, не бояться, значит, церковного начальства. Написать, сказать. Давай. Еще вопрос такой. Давай. Вот общину создать, вот если, в общем, сразу же не соберешь людей, правильно. Получается, надо как бы начать, как бы стартовая площадка — это организовать кружок по Библии. Потому что вот я общался и вот, с Австралием, вот как Ник Столяренко, он с вами общался, я ему писал. Вот мне он свой опыт описывал. Но у него как бы что-то там не сложилось, он попытался сразу, как только Мартин Лютер тезисы прибил, что как бы против церкви, а он пришел и как бы давайте как бы всех в храме соберемся и будем там занятия какие-то проводить. Его как бы никто там не поддержал. Ни священник, ни кто, люди его не поддержали в этом начинании. У него как бы потом он руки как бы опустил, но если его никто не поддержал. Я так подумал, ну, может, как бы такими путями не ходить, а по-маленькому людей где-то собирать, кто хочет. Потому что так прийти, может, и не получится. Я как бы вижу, что вот это кружки по Библии надо такие делать, потому что по-другому не получится. Если иначе людей по-другому собрать, о житейском начнут, ну, надо же о чем-то общаться, скажем, да, надо же о чем-то как-то разговора поддерживать, но если духовного нет, начнем на житейском говорить. А житейское, она никогда людей не скрепляет. Поговорили, да потом и разошлись. Правильно, как бы я мысль, да, в этом плане, что как бы, ну, нужны эти кружки по Библии, без них не получится ничего. У нас... Книги есть, опять же, на нашем сайте. И «Открытым оком» 30 томов там. И во втором томе, в третьем томе, в третьем, виноват. Второй — это противосектантский. Второй. Там третий есть том, такой, да? «Открытым оком» третий том. И там говорится, как создавать общины. И называется тема такая: «Пособие по изучению Евангелия от Марка». Ведь люди пытаются своими силами сделать-то. И что не получается, это правильно. Но я не могу ответить то, чего у меня нет, я не испытал. У меня никогда этого не было, что ничего не сделаешь. Я никогда в жизни этого не говорил. Просто вот нет времени. То есть слово «нет времени» в Библии встречается только один раз. За 7000, за 3600 лет Библии. Один раз «нет времени». Да как же это? Так написано. Евангелие от Марка прямо говорит. Там 6.31, кажется, и он говорит... Не было времени даже у них, чтобы поесть, столько народу было. Вот по этой причине времени нету. А на остальное любое дело можно отложить. А тут люди издалека пришли, я их не оставлю. И Господь сказал: в отдаленном месте отойдите там и поешьте. Вот, надо научиться мыслить категориями Священного Писания. Вот, говорю, а они не слушают. Ну и что? Мы вот приехали в Барнаул, нам сразу священники объявили войну. Но сразу же нашлись люди, которые пожелали слушать. А потом я стал приходить священникам говорить. А когда община есть, они уже не могли сделать. Ничего. Община. К настоятелю идут один, второй, давайте батюшке проповедовать. Он отказывался. Но когда пришел уже 35-й человек, ему говорит. Он говорит: уже я не могу ничего, давай архиерею звонить, что-то надо делать. Тут златоустовцы меня заели. Нам прозвище дали, златоустовцы. А архиерей говорит: ну что, батька, надо проповедовать тогда. Они вот так вот из алтаря выглянут, эти златоустовцы опять стоят, говорит, придется проповедовать. А когда нас нету, они не проповедуют. То есть они нас признали за какую-то силу. А сила-то у них и уполномочены, им всем подчиняют. Но мы нигде не нарушали. Слышали, какая нужда там, вот у него крышу перекрывать.
там с 10, а я уже в 9, уже на крыше сижу у него. И он сразу обмяк. Другому еще что-то надо узнать. То есть делами своими, как Макарий Глухарев, переводчик Священного Писания, на Алтае трудился, он канонизирован теперь. Он в юрты пробирался к ним и подметал, наводил чистоту. Ну вот и все. Вот говорят, ну а какой опыт есть, что не принимают? Я даже не могу припомнить. Меня слушали, будут слушать и вас. Гнали меня, будут гнать и вас. Говоришь, обязательно хоть один человек, но найдется. Один. Мы прошли деревню, столько было отзывов, да мы придем. А мы пришли на площади где? Никого нету. Одна какая-то женщина стоит. А почему нету? Поп узнал, и он там у них своя радиоточка, и он успел объявить по всем домам, чтобы никто не ходил, там отлучать будем за это. Это еретик, там архиеретик. И люди не пришли. Но пришла одна женщина, ради которой нам пришлось проводить беседу. Она говорит, а на меня это не подействовало, я всегда люблю, где поют. А я говорю, а мы петь-то и не ездим, мы пришли возвещать. Нам надо учиться не петь, а плакать. Вот как бывает. Не то, что это неудача постигла, а это от Бога было. И вот интересно, мы обратно поехали. Ну, обычно мы там полтора часа, кто приходит, беседуем. А тут у нас нету полтора часа-то. И мы пораньше закончили, минут там за 30-то, и поехали. А почему мы раньше домой поехали, не знаем. И одна женщина рядом сидит. А мы ездили на машине, и она говорит, значит, Бог нас не услышал. Я говорю, не знаю, сестра не Анила, подожди. Вот мы едем. И вот когда с трассы съезжать на Потеряевку, а тут 16 километров-то, как у Бога все рассчитано. На этом повороте едет автобус рейсовый, и на этом месте у него лопается колесо, прямо на этом месте. И люди все вылезли, около автобуса стоят, а шофер меняет колесо. А нам поворачивать. Мы только с дороги свернули. Я говорю, Игорь, стой. Это не случайно люди. А ну-ка давай подойдем. Подошли, давай говорить, Евангелие раздавать. Вот мы, если бы запоздали, там люди собрались. А тут полный автобус. Нам бы уже не встретиться. Если бы вперед проехали мы, тоже не встретились. Мы ровно сошлись. И теперь начали возвещать. Мы наполнили весь вагон у них. У нас много Евангелий. И кто хотел, мы всем дали. Вот как у Бога-то, и эта сестра-то, да ой-ой-ой, как это Бог, говорю, совмещает, это не случайность. Они могли дальше или ближе где поворачивать дороги-то, они прямо на этом месте. Да мы, главное, повернули ехать, а я сказал, останови машину. Это не случайно, то есть опыт показывает. Я в случайности не знаю. Я знаю, у Бога все предусмотрено от вечности. Вот один из примеров. Люди там не пришли. Это, чтобы мы раньше выехали, а мы-то, знаете, еще не знаем. Мы едем, у нас определенная скорость, определенная... И тот ничего не знает. У него бац, и теперь все сошлось. Это сочленение от Бога. Надо научиться видеть. И мы тогда уже, когда все сделали, тогда давай Бога благодарить. Господи, как ты чудно все устроил. Вот как. И поэтому наша где-то неудача, по милости Божьей, может сделаться удачей. Так, Евгений. Ну, я одному прихожанину этого православного храма спрашивал, он на севере живет, а я на юге. Ну, я там не бываю, вот, потому что я как бы расстояние далекое. Но я говорю, у вас там какой-то есть какой-то, ну, Библию-то изучаете. Он говорит, у нас воскресная школа, но только для маленьких детей. Я говорю, а что, для взрослых ничего нет? Вы не, говорю, для взрослых ничего не предусмотрено. Ну почему же так получается? Для маленьких детей получается пекутся, а взрослые получается, что не нуждаются, как какое-то странное мышление сегодня, так, правда. Евгений, давай так договоримся, по частям, а то ты дольше скажешь, труднее будет отвечать. Потому это поприще для тебя оставили. Ты должен это сделать, а не попы. Ты почему так-то, я говорю, не рассуждаешь? Ты ему скажи, это для тебя Бог оставил еще не распаханная целина. Мы, говорит, сеем на новину. Я, Павел говорит, пришли не в чужой труд. Я не сеял по засеянному где. А там, где не было благовествуемо, я им говорил. Я приехал, а там никого нету. Мы стали говорить. Если бы я людей не направлял в Московскую патриархию, я бы образовал, это уже определенно, примерно 600 общин.
а мы две не можем удержать. Где бы ни был, я их посылаю туда, а попы сразу против меня травят, все одинаково делают. Так, батюшка, мы ничего не знали, теперь Евангелие есть, нас послали сюда. Ну, а до этого время надо было слушать, а больше не слушайте. Все. И я по сегодняшний день так и поступаю. Я поступаю согласно совести. Я знаю, что патриархия имеет благодать. А они враждуют, тем больше награда будет, Златоуст говорит. Но где-то не послушались и сразу приехали. В одно место приехали, говорят, а у нас тут баптисты ездили, раздавали какие-то маленькие книжечки, и мы брали. Ну, а потом батюшка узнал, председатель сельсовета в деревне-то, и мы были там, он сказал, чтобы все вернули. Это были еретики. Но они принесли, и они, говорят, их сожгли. А бабка одна вышла и говорит, а я не отдала, спрятала. Я говорю, баба, принеси, я взял, а это евангельские христиане-баптисты называется, совет церквей, отделенные, инициативники. Я прочитал, там все хорошее такое, ссылки на священное писание. Я бабкам-то рассказал, как они взахали, что мы наделали. А если бы это кто-то взял такой, ну, это сектантское, в печку. Нет, ты можешь сказать, там вот это не так, вычеркни, а все остальное хорошее. Надо быть благоразумными. Апостол Павел увидел жертвенник какому-то идолу. Он говорит, неведомо Бог, а неведомо это для вас Христос неведомый. И начал проповедовать. Как он обратил-то? Воспользовался надписью-то. Они делали-то надпись-то. Там коммунисты, может быть. Ну, теперь закашлял. Ну, у нас все время кончилось. Будет Сергей сейчас к молитве призывать. Помолим. Достойна истекала истину, блажи дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, чистейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово рочную, сущую Богородицу тебя величаем. Дайте, конечно, молитесь. Отец наш Небесный, любящий наш Создатель, Ты снова позволил нам собраться у ног Твоих, как Мария, и слушать благие глаголы, слова жизни вечной. Если мы в чем погрешили, прости нас и помилуй. Дай нам Твое благословение на благовестие, чтобы слово наше было принято, ибо оно Твое. Сохрани нас от всякого рода зла и греха, умягчи сердца врагов, и в судный день не помяни им их безумие и лжи, которыми меня поносят слово Твое. Жалься над ними, примири их с собой и с нами. Распусти нас с миром, Господи. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Мы сразу не уходим. Может быть, у кого-то еще что-то есть вопросы? А то не успели. А потом отключимся. Давайте. Если ничего нет, я спрошу Людмила. Людмила, слышишь? Как, полегче маленько или нет? Мы молимся о вас. Да, позавчера мне прям я так хорошо уснула, полегче было. Ну, мы стали спасибо. Молиться уже, как Бог примет. Так что ты помогай в молитве-то. Вот сегодня тут одна душа поняла все, ей как бы, я не знаю, то ли закрыто было, она вдруг, аминь, аминь, там, я все приняла. Так, Бога ставь. Я говорю, сейчас же начинаем. Три святое и 100 поклонов. Сразу же, сразу. Все дела бросаем. И ложку не, до рта не донес, положил и побежал скорее. Иначе будет поздно. Мы сейчас говорили об этом, как у Бога сочленилось. Секунда в секунду. Вот так. Ну ладно тогда. У кого что? Еще вопрос. Так, подожди, Евгений, твой ресурс кончился. Подожди. Пускай другие скажут. Игнатий Тихонович, да. Я хочу вас спросить, значит, у меня в течение почти 3 недель, значит, я почувствовала, значит, в храме пустоту, причем почувствовала ее каждой клеточкой, у меня никогда такого не было. Я не скажу, что у меня отчаяние, там, уныние, там, или еще какие-то такие смертные грехи, да, но вот эта вот пустота, она в течение вот этих 3 недель, прям присутствует. Мне тяжело молиться, мне тяжело читать. То есть я, конечно, я молюсь, я там все правила выполняю свои, да,
Ну вот эта пустота меня прям как бы беспокоит. То есть вот это вот, как сказать, вот такое впечатление, как будто я нахожусь в какой-то, вот, ну, глубокий какой-то ров, да, вот примерно я так как бы объясняю, да, это вот мое состояние. И я понимаю, что я оттуда прям не могу выбраться. И читаю молитвы, да, значит, молюсь, и я понимаю, что как будто как в пустоту, как будто в бездну какую-то. Что, ну, как бы, может быть, Господь испытывает какие-то мои, мою веру такую, ну, как, вот, подскажите, пожалуйста. Ну, тут такое. Какие у тебя дальше-то мысли твои? Да, ты до конца-то не договариваешь. А мысли такие, а чего туда ходить в церковь, зачем ходить, когда там пустота? Понятно тут, нам небезызвестны умыслы сатаны. А вот пустоту эту, и тебе не хочется молиться, и твоя молитва особенно Богу угодна сейчас. Ты будешь прорываться, и через себя, может быть, возгорится огонь. Вот один молится со слезами, а другой прямо спит и не может, и... Какая молитва дороже, которая борется, а которая она сама идет, дух посетил тебя, тебе награды никакой нету. Твоего там ничего нету. Вот, бывает, который человек оскопил себя, бывает, родился с копцом. Ну, один на каждую женщину, говорится, смотрит так. А у другого даже ему хоть сколько будет, а разницы никакой нету. А когда награда большая? Ну, когда боролся, а которого ничего нету, у него никакой тяги к женщинам нету. Ну и все, ему никакой награды и нету, что он один остался, не женился. Тут надо смотреть, как это я беру слова Иоанна Златоуста. Вот, допустим, я проповедую. И вот обратилось сразу 340, кажется, 5 человек. Сразу приняли православие, баптисты, в баптистском собрании. Дали слово, и вся община обратилась. Чудеса Бог делает. А в другом месте я уже третий раз приезжаю, говорю, ни один не обратился. Но у Бога-то будет суд Божий, там награждаться буду. А когда награда больше? Когда никто не обратился. Почему? Потому что Бог труды твои берет в виду, а не то, что обратятся. Обратиться это от Бога зависит. Твоего там ничего нету. Ну, допустим, дар исцеления дан. Я подошел, руки положил, и у него трофическая там язва на ногах была, сразу зажила, прям сразу на глазах. Какая мне награда-то? А если я бы лечил, там, примочки делал, там, делал эту кедровую бочку, там, ну, как составы разные делают, и вылечит-то. Так и здесь. Награда одинаковая, но там я радовался. И часть награды то я получил здесь, на земле. А когда говорил, никто не обратился, награда целиком на небе остается. Иоанн Златоуст говорит, дорогие мои, пусть награда моя меньше будет, только обратитесь и покайтесь. Вывод-то какой? Никто не обратился. Награда большая. Нет, мне не награда надо. Мне надо, чтобы вы обратились. Ты почувствовала, подумала. Ну что, у Пахомия Великого такое же было. Они набирали хворост где-то, монахи-то. И вдруг он остановился, хворост уронил. И братья смотрят, а что с ним? Он поплыл, как Серафим Саровский. Его выводят, а он еще никого не видит и в прострации. И когда, а монахи стоят рядом, а у него худо-бедно 11 тысяч мужиков было. Монастырь-то какой-то, дивизия.